Спонсор показу – торгова марка Colgate Optic White. На численні прохання глядачів в ефір телеканалу ТЕТ повернулась улюблена програма «Богиня шопінгу». Нова четвірка красунь претендує на звання найстильнішої. Протягом тижня дівчата візьмуть штурмом столичні магазини і оцінять луки одна одної. А судити наш модний батл буде незмінний гуру стилю – неперевершений Данило Грачов. За кожним кроком учасниць стежитимуть телеведучі Олексій Дурнєв і Андрій Мерзлікін, а також співак Володимир Дантес. За звання богині шопінгу змагаються Євгенія Данилова, 19 років, співачка. Марина Арестова, 27 років, домогосподарка. Лоліта Клименко, 22 роки, хостес. Анна Подпарінова, 25 років, заступник директора. Сьогодні перший день фешн-змагання, і на старт виходить чарівна Женя. Здравствуйте, дівчатка. Мене звати Євгенія. Я сейчас учусь на данный момент в Институте музыки Глиера. Когда я первый раз видела Женечку, я подумала, что у нее, наверное, плохо со вкусом. У тебя есть мужчина? Мужчина на данный момент нет. А был когда-нибудь мужчина? Был мужчина, да, он был старше меня, обеспечен. Намного? Старый, с пузом? Намного, 45 лет. Что такое старая, дряхлая, наверное, да, была? То, что у Жени был мужик 45 лет, это был просто шок для меня. Снялась для журнала Playboy. А ты вообще голая, без ничего снималась? Там была на заднем фоне такая красивая ткань, которая меня отбивала. Ну, то есть голая там не надо сниматься, да? А нет, обнаженная, да, была. Ну, знаете, мейкап и фотошоп творит чудеса. Когда я узнала, что Женя снимается в Playboy, сначала я не поверила, но потом присмотрелась к ее образу. Короткая мини, томный взгляд, линзы эти синие. Хоть все такие... Виколоть глаз. За умовами програми кожного тижня суперниці отримують нове фешн-завдання від Данила Грачова. Час його оголосити. Дорогі учасниці програми «Богиня шопінгу», цього тижня ви маєте підібрати цікавий образ для кастингу відомого телепродюсера. Будьте модними, ваш Данило Грачов. Мне кажется, к музыкальному продюсеру он имел в виду. Ну, ты певица. Да, наверное, тебе точно. Что-то яркое надо, чтобы вот он выделил, да. Тебе можно и так идти, действительно. Ты как раз вот в тему. Женечка похожа, не знаю, на кого. Сельский гламур. Как кажуть. Женя, я рекомендую тебе платье подлиннее, потому что спасибо. Реально вижу твое белье, ну, то есть трусики. Вот. И рекомендую, наверное, так как весна, уже снимать сапоги. Спасибо большое. Мне очень важно ваше мнение. Рада была знакомству. Удачи, ваша гонка. Спасибо. Мне Женин стиль в одежде не понравился. Мне кажется, можно было вместо этих а-ля сапог ходить что-нибудь поскромнее, какие-нибудь туфельки. Обычный дискотечный какой-то непонятный дешевый лук. Простая такая. Зачем российская девчина? Я бы не сказала, что она простая, но колготки все-таки нужно одевать под короткое платье без шорт. Женю я не считаю своей конкуренткой. Мне кажется, мы совершенно разные девушки, у нас совершенно разное мировоззрение и ноль. Мне достаточно было увидеть Женю, чтобы понять, что она мне не конкурентка. Я не считаю Женю своей конкуренткой. В своей победе я немножко сомневаюсь, потому что, ну, если честно, я боюсь конкуренции вот от сегодняшних девочек. Євгенія Данилова, 19 років, співачка. Розкута білявка з Донецька. Женя не цурається коротких сукенок і шортів. Упевнена, найбільше їй пасує кежуал. Окрім кар'єри співачки, Женя мріє ходити модними подіумами та працювати в Парижі. Здається, зйомки для відомого еротичного журналу – вагомий крок до бажаного. Привіт! Добро пожаловать! Проходите, я буду показувати весь свій гардероб. А ти дівчинка п'ятого вратаря? Перш ніж прямувати на шопінг, Женя запросила нас до себе, щоб показати свій величезний гардероб. А чи модний він? Зараз побачимо. А, ну тепер зрозуміло, чому на футболці футболіста. Просто у неї кімната дуже схожа на мужську роздівалку. Я вообще не хотела это платье, мне оно не нравилось, мне оно казалось вообще, ну,
не в моем стиле. Но подруга, она, ну, хорошо разбирается в вещах, в одежде. Она посоветовала именно это платье. Ох, вот эти подруги, которые хорошо разбираются в вещах и в шопинге. Лучший комплимент, который я слышала в этом платье, было: «Ну, вы просто обворожительны, и вы похожи на Камерон Диаз». Знаете что, когда мужчина говорит вам, что вы обворожительны и похожи на Камерон Диаз, на самом деле он про себя думает: «Отличный зад, малая». Выглядит вульгарно, некрасиво, не модно, не актуально. И, возможно, еще в Донецке можно встретить мужчину, который может сказать, что ты выглядишь обворожительно в этом. Но в Киеве так уже никто не ходит. Вот это платье. Такое оно яркое. Очень яркое, серое с белым горохом. Такое яркое, прям вырви глаз. Я его приобрела специально на тематическую вечеринку. Тематическая вечеринка — строгий режим. Голуби летят над нашей зоной, Мурка и все ваши любимые песни за одну ночь. А вечеринка была приурочена юбилею моей подруги в стиле 60-х годов. Ей было 60. Женя, и это платье тоже мимо. Даже горохи эти не спасают, даже... А то, что оно, в общем-то, довольно-таки скромное, его не спасает. Ему бы длины, ему бы правильной формы, и тогда оно выглядело бы интереснее. А пока что сжечь. Вот это черное платье, я его отвоевала. Мне нравится, что девочки из Донецка, они следуют, в принципе, донецким тенденциям. Донецкие мужики отвоевывают бизнес по всей стране, а донецкие девочки, ну что им остается, хотя бы платье отвоевать. И мне, и моей подруге понравилось это платье. И мы никак не могли договориться, кому оно достанется. Так как мне нравится шансон, я просто пырнула ее. И мы договорились так. У кого из нас прохожий из торгового центра возьмет первый телефон? Тот самый случай, когда две девочки две недели не выходили из торгового центра. То и достанется это платье. Так мы год и простояли. Мне как раз достался первый комплимент. И мужчина сразу мной заинтересовался. Ну, мне не нужен был телефон мужчины, мне нужно было это платье. В общем-то, неплохое платье, ему нужно добавить длины. Вот если бы оно было где-то до середины коленной чашечки, было бы хорошо. Чао, малышки, я на шопинг. А надеюсь, выберу самый классный наряд. Все, пока-пока-пока. Спонсор показу – торгова марка Colgate Optic White. Спокуслива білявка на фешн-старті. Вона вже озброїлася 2000 гривень. Має 4 години та завдання – вдягнутися на кастинг до телепродюсера. Дівчина впевнена, її відчуття стилю допоможе. Ну що ж, подивимось. Так, надіюсь, в цьому магазині я щось виберу собі. Мені це платье подобалось, тому що воно в меру украшено і коротке. Я знімалась для російського журналу «Серджіо». Понравилось, как я работала фотографу. И вот поступило предложение сняться в Playboy. Девочки обычно врут насчет того, что они снимаются в Playboy. Поэтому мы звоним главному редактору для того, чтобы спросить, правда это или нет. Влад, ты какаешь? Через минуту перезвонит. Для того, чтобы это платье не выглядело пошло, а именно так оно сейчас выглядит, его нужно прикрыть чем-то, предположим, каким-то объемным жакетом. Девчонки, я советую не комплексовать абсолютно, если там у вас нету 4-го, 3-го размера груди, потому что вот со вторым размером я снялась в Playboy. На фотошопе тебе дорисовали в лучшем случае 3-й, но фотошопа в жизни не бывает. Если у девушки нету даже 1-го размера груди, то это ребенок. То мне кажется, помогут занятия фитнесом. В таком образе, мне кажется, можно пойти к абсолютно любому продюсеру. К абсолютно любому продюсеру в Бойерке.
В общем-то, неплохой образ, нормальная рубашка. Мне нравится, что она такая вот наглухо застегнутая. Мне нравится этот принт, мне нравится цвет. Все выглядит достойно. А низ правильный. Женя, вот в таких скромных, простых вещах очень даже миленько. Я думала над творческим псевдонимом. И вот какой именно я решила взять, это Скарлетт. На порно-сайте решила взять псевдоним Скарлетт, чтобы мама не наругала. Многие из моих друзей говорят, что я очень похожа на Скарлетт Йоханссон. Прижилось имя Скарлетт ко мне. Блин, хорошо, что тебе не прижилось имя какое-нибудь там типа Ботинок или Коленко. Пришлось бы брать этот псевдоним. А сейчас на сцене встречайте Коленко. Какой-то древнегреческой богини. По побережью Греции очень бы здорово было пройтись в таком платье вместе с продюсером. Действительно симпатичный сарафан, действительно такой летний, легкий, простой. Мне кажется, что лучше снять этот пояс и заменить обувь на какие-то сандали на естественно низком ходу. Мне больше по душе близок casual стиль. Романтический стиль люблю. Люблю какой-то, ну, не то чтобы совсем спортивный, да, но что-то вот, ну, smart casual. Не так, чтобы сильно спортивный, ну, smart casual. Ну, одно и то же. От кутюр добавь еще. Я люблю экспериментировать, я не боюсь экспериментировать, и это здорово. Почему не поэкспериментировать и не убрать вот эту желтизну, которая в три различных тона на ее волосах? Я себя чувствую такой дерзкой, какой-то бунтарщицей. Мне не нравится этот дерзкий образ, ничего дерзкого или супер стильного в нем не вижу. Мне не нравится этот цвет денима, мне не очень нравится, как села эта майка, она какая-то перекошенная вся. И, конечно, такие короткие шорты не подходят для кастинга у продюсера. Напоминают какие-то украинские образы. Женечка, это турецкие огурцы. XS. Я была на кастинге в группу XS. Давай сейчас находить любые слова и вспоминать, как они связаны с твоей жизнью. О, VC, я ходила как-то в туалет. Я была на кастинге в группу Арктика. Ну, тоже с Олей Горбачевой не сложилось. У моей Горбачевой все отлично сложилось. А то, что у тебя с группой Арктика ничего не сложилось, это уже другое. Я бы не смогла быть в ее тени, ну и как и она не смогла бы быть в моей тени. По любасу! Она почувствовала в тебе конкурентку, она думает, блин, это же Скарлетт Диас прямо пришла к тебе. К сожалению, великие люди в одной команде не уживаются, как мы со Стопчуком. Неплохое платье, мне нравится его такая летняя стилистика, мне нравится этот принт. Все нормально, ему нужны какие-то летние босоножки, и это обычное городское платье, ну или платье для пляжа. Спонсор показу – торгова марка Colgate Optic White. Перший магазин вразив красуню, і вона, здається, ладна придбати все й одразу. Однак з остаточним вибором луку не поспішає. Змарнувавши в краниці трохи менше години, білявка прямує далі. Ми зараз знаходимося в магазині Тімоті. Мені обіцяв з ним познайомитися, з Блекстаром Петя Лістерман. Боже, ви знаєте, що якщо всі обіцяння Петя Лістермана записати на бумажки, то длиною цих бумажок можна опоясати планету Земля раз 500. Правда, ще не познайомив. Ну, було б цікаво спіти з ним дуетом. Правда, я не решила, какую песню. Он-то давно уже готов. Уже диск просто передает, демочки скидывает на мыло, но ты как бы я еще не решила. Ну я бы ему как спела бы что-то такое душевное, народное. Потому что прошла иголка, иголка, иголочка. Та-тара-тара, та-тара, судьба осталась. Наколка, наколочка и та-ра-та. Дорогой длинною, да ночкой лунною. Ай-рай-рай-рай-рай. Что по ночам так мучила меня. Ну что ж, по-моему, отлично вышел бы дуэт. У нас в клубе чиксы танцуют, и по ночам так мучила меня.
ясно, что там за надпись. Я просто ее не прочла, когда выбирала футболку. Блин, ты можешь задрать ее чуть-чуть выше, чтобы прочитать? Давай, до свидания. Я поняла, это вот эта типа фишка, вот это. Эй, кто ты такой? Давай, да. У меня не получается. Кто ты такой? Давай, до свидания. А ты кто такой? Давай, да. Она знала, что камеры работают, люди вообще не уходили в этот момент? Неплохой жилет, его можно использовать в каких-то других комплектах, но не в этом. Откровенных вещей я не боюсь. Я люблю подчеркивать свою фигуру. Чем отличается как раз сфера шоу-бизнеса, что можно как раз, да, и шорты одеть какие-то на первую встречу, можно какие-то юбки короткие. Да можно в принципе прийти голой, чтоб уж наверняка, чтоб уж попасть так попасть. И в XS, и в Арктику, господи, такие группы. Образ мне понравилось, что здесь львица. Женя, обычно если с гривой, это лев. И, наверное, чтобы отличить льва от львицы, нужно посмотреть ниже. А тут художники забыли добавить этот элемент. Один мужчина говорил, что я такая львица и хищница. Рау, такая. Гиена. Мне ничего не нравится в этом образе, кроме этой кофты со львом. Вот она симпатичная, вот ее можно использовать там с майкой, с какими-то такими странными, растянутыми, немного поношенными вещами, в спортивном стиле. Выглядит это симпатично. Спонсор показу – торгова марка Colgate Optic White. Як то кажуть, говорили-балакали, а година часу позаду і досі жодної покупки. Женя вирішила підібрати взуття. Може, так буде продуктивніше? Ви бачили обувь з зеркалом? Одновременно вот такі туфлі з зеркальцями, правда, на носках були модні в школі, коли дівчатки носили юбки, а мальчики ще чекали щось там побачити необычне. Ми з Андрюхою вчились в одному класі. Интересные босоножки. Мне нравится этот каблук. Выглядит это все неплохо. Действительно, в этом сезоне подобная обувь будет актуальна. Мой рост 1,75 м, но я вытягиваю себе еще на 2 сантиметра. Ну, я знаю, что есть такой способ, да, можно подтягиваться и вытянуть. Малыш, в этом с тобой мы так похожи. Я тоже вот уже много лет пытаюсь вытянуть себе еще хотя бы на 2 сантиметра. Я хочу работать в Париже моделью. В Париже моделью. И там, к сожалению, моего роста недостаточно. Мне нравятся эти кружева, они не придают изящности, они не придают какой-то необычности. Это выглядит очень странно. Вторые босоножки выглядят чуть лучше. Неймовірно! Третя крамниця і знову без покупок. Женя приймає рішення повернутися до першого магазину та ще раз уважно переглянути асортимент. А часу лишилося трохи більше години. Мені подобається чоловік з такою яркою мужською харизмою, да, емоціональністю. Ну, от что-то Владимир Высоцкий, Григорий Лепс, Джигурда. Мне когда-то нравился стиль, образ Джигурды. Я наконец-таки встретил живого человека, которому нравится Джигурда. Заговорил с тобой по-русски! Никитка, ты ли это? Ну это типа Джигурда. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Само по себе платье неплохое. Мне нравится этот синий цвет, и его поможет оттенить твоя белоснежная улыбка. Я очень просто люблю футбол, и до сих пор, ну, я болею за команду «Шахтер» Донецкий. Очень хотелось познакомиться с Ринатом Ахметовым. Рассказываю. Все донецкие девочки считают, что они должны познакомиться с Ринатом Ахметовым. И чтобы он меня познакомил потом со всей своей футбольной командой. А Ринат Ахметов, он же всегда со всеми людьми, с которыми знакомится, сразу говорит: о, слушайте, а пойдемте к футболистам. Ну просто, ну как, дончане и друг друга не знаем, как-то не так. Боже мой, Женечка, а там же, конечно, в футбольном клубе «Шахтер», там же все дончане. Там вот... Причем они вот только буквально из забоя вышли, не умылись, сразу в форму и на поле.
Симпатичное платье, такое летнее, простое, замечательный принт, хорошо выглядит, такое свежее, замечательно подчеркивает твою фигуру. Усе, кишені Жені порожні. Лук для кастингу до телепродюсера готовий. Здається, білявка задоволена. Та чи залишиться усмішка на її обличчі після дефіле? Мне очень хочется надеяться, что девочки не засудят меня. Мне кажется, самую низкую оценку мне, возможно, поставит Марина. Потому что она на меня так смотрела, вот, как-то вот так, вот, каким-то таким сверлящим взглядом, мне кажется, она. Я на 100% уверена в том, что Евгения выйдет в супер коротком платье. В общем, мини на ней будет. По-любому. Загнула, конечно. А я на 100% уверена, что она выйдет в платье в пол и в каком-нибудь романтическом стиле. Я на 100% уверена, что это будет деловой костюм. А если это будет не деловой костюм? Если это не будет деловой костюм, я буду кривляться. А я не буду кривляться, если она не выйдет в длинном платье. Вот давайте поспорим, что она выйдет в мини. Если она не выйдет в мини, я тогда покривляюсь в камеру. Я думаю, Данил Грачев оценит мой образ и мою белоснежную улыбку. Женя обрала білу блузу з заклепками, чорну спідницю зі спокусливим розрізом і бежево-чорне взуття. Доповнила образ сумочкою. Модниця витратила 1856 гривень. Чи оцінять такий відвертий лук суперниці? 4. О май гад, це було інкредибл, що це було? Юбка непонятной длины, колготки шортами, которые просвещаются, юбка на 3 размера больше, она вся топорщилась и морщилась. Поэтому мои 4 балла, мне кажется, это даже много. А еще я проспорила девочкам и обещала им покривляться. 3. Я поставила Жене 3, потому что это просто... Ой, боже, это... Юбка. Вообще все не сочеталось, как-то вот эти вот здесь камешки, открытый рукав, это ужасно, это просто... Эпик фейл. Поскольку я проиграла, я обещала девчонкам покривляться на камеру. 5. Я поставила Жене 5 баллов, ну, так как, ну, наверное, она не выглядит на больше. Неймовірно низькі бали, всього 12. Мне не хватило времени померить свой наряд, и это повлияло на их бал. Потому что вещи на меня были маловаты. Чи зможе Женя із такою оцінкою вибороти звання богині, дізнаємося вже в четвер, коли Данило Грачов скаже своє вирішальне слово. А вже завтра на шопінг вирушить молода і дуже спокуслива матуся Марина. Дочекайтеся! Спонсор показу – торгова марка «Colgate Optic White».